Комфортная среда начинается с благоустроенного двора, когда в нем чисто, есть скамейки для отдыха и даже пара качелей. Повседневная жизнь начинает играть новыми красками. О предстоящих переменах в благоустройстве сел и деревень в нашем репортаже. Раньше по осени грязь и риск повредить ноги в яме на тротуаре, а теперь чистота. Жители дома номер 41А по улице Заводской в Комсомольском не нарадуются новому асфальту. Говорят, как живут здесь, ремонта двора не видели. Давно ждали. Давно. Раньше грязно было. Очень грязно, на самом деле. Все хорошо, сапоги чистые, все хорошо, нормально. Правда, тут же отмечают, отремонтированные дворы и придомовые территории в селе – большая редкость. Сделано пока еще совсем немного. Мы, значит, на сумму более 700 тысяч привели в порядок, благоустроили асфальтные покрытия. Раньше все время жаловались жители этого дома, даже близлежащих домов. Для того, чтобы в селе жилось уютнее, а по дорогам ездить безопаснее, здесь уже готовят перечень потенциальных объектов, которые можно будет отремонтировать в следующем году. Проведем сейчас в ближайшее время ревизию, инвентаризацию этих дворов, территории и определим, где будут потрачены деньги именно на эти цели. Всего за этот год в Чувашии в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта формирования комфортной городской среды» благоустроят 250 дворов и проездов к ним. И это только начало масштабной целенаправленной работы по наведению порядка в наших дворах. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.